Здравствуйте, друзья! Вы на канале Мификейш, меня зовут Александр. И сегодня 172-й день, как я изучаю английский язык. Изучаю я, но и вы можете изучать вместе со мной. Так, я остался в алмазной лиге, значит, вчера. Пару часиков поделал задание, чтобы в ней остаться. Давайте посмотрим на нее. Вот в алмазной лиге. Начать урок. Давайте так и сделаем. Начать урок. Что бы это ни значило. 172-й день. Вроде бы я сказал, да? Запись пошла, погнали. Вместе. Together. Together, мужчина, man, улыбка, smile, готовить, cook. Smile, улыбка, to cook, готовить, to cook. Отдельно готовить это to cook. Man. Мужчина. Together. Вместе. Высокий. Tall. Crazy. Сумасшедший. Boyfriend. Парень. Tall. 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 Rock. Это рок. Птица, bird, ресторан, restaurant, отличный, great, restaurant, ресторан, bird, птица. Great. Отличный. Rock. Rock. You are really beautiful, Sveta. Mm-hmm. You are really beautiful. Sveta. Ты такая красивая, Света. Ты очень красивая. Ты очень красивая, Света. I miss my girlfriend so much. Я скучаю по моей девушке очень сильно. I miss my girlfriend. Girlfriend so much. Gnats. Miss. Sveta, you are smart and beautiful. Mm-hmm. Sveta. You are smart. And... beautiful. Света, ты такая ты такая умная. Ты умная и красивая. Света, ты умная и красивая, да? Света, ты умная и красивая. Ben has a great sense of humor. У Бена отличное чувство юмора. Ben has a great sense of humor.
Ben has a great sense of humor. Ben has a great sense of humor. Я скучаю по моей девушке так сильно. I miss my girlfriend so much. I miss my girlfriend so much. My friend is a sweet man, but he has a wife. My friend is a sweet man, but he has a wife. But he has a wife. Мой друг sweet, милый мужчина, но у него есть жена, да? My friend is a sweet man, but he has a wife. Oh, sweetheart, you are so handsome. Oh. Sweetheart. You are so handsome. Дорогой, ты такой красивый. А, не, ну да, дорогой. Sweetheart. Oh, sweetheart, you are so handsome. Моя девушка милая и умная. My girlfriend is sweet and smart. Так будет. My girlfriend is sweet and smart. Ben is a really sweet partner. Ben is really sweet partner. Ben очень милый партнер. Ben is a really sweet partner. Повтори еще раз. Ben is a really sweet partner. Ben is a really sweet partner. Ben очень милый партнер. Моя жена Мария высокая и умная. My wife Maria is tall and smart. My wife Maria is tall and smart. Так. My wife Maria is tall and smart. You are really handsome, Ben. Ты очень красивый, Бен. You are really
And some Ben. You are really handsome. Ben. You are... Повтори еще раз. You are really handsome, Ben. You are really handsome, Ben. У него отличное чувство юмора. He has a great sense of humor. He has a great sense of humor. У него отличное чувство юмора. He has a great sense of humor. Твое чувство юмора отличное. Your sense of humor is great. Your sense of humor is great. Замечательно, без единой ошибки. Так, далее. 172 дня в ударе. Теперь давайте начнем новый урок. Забронируйте отель. Бронь — это reservation, по-моему, да? Так. Кровать. Bed — это кровать. Bed через и. Key, ключ, bed, кровать. Bed. Bed. Bed, кровать. I like, мне нравится, sorry, простите. Bed. Bed. We need a big bed. Так. We need a big bed. Так, нам нужна большая кровать. Нам нужна большая кровать. Ключ, key. Key. Wallet, кошелек. Honey. Honey, новое слово. Ну, это мы знаем, honey. Honey, это... Милый. Honey, это типа мед, да? По-моему. Honey, это мед. Мед, но... Типа дорогой, да. Это и мед, и дорогой. Honey, what are you doing now? Да, вот. Нам пример дают. Honey, what are you doing now? Honey, what are you doing now? Дорогой, что ты сейчас делаешь? Что ты делаешь сейчас? Что ты делаешь? Honey, это и дорогой, и мед. Так. Ахан, не знаю, что такое ахан. Оттачивать. Хан оттачивать. С Y на конце это мед или дорогой, а без Y оттачивать. Давайте напишем honey. Оттач. Хан, да? Hone. Hone. Оттачивать. Оттачивать. Далее. Honey. Could.
Could. Cold. А что за cold? Не знаю, не то, не то. Could. Мог. Could. А холодный. Cold. Cold холодный. Ну это я мог знать. Could. Could. Мог. Далее. Here is your key. Вот твои ключи. Here is your key. Вот твои ключи. Вот ваш ключ. А, ключ один. Вот ваш ключ. Do you have our keys? Do you have our keys? У вас... Так, у тебя наши ключи, да? Так? У тебя наши ключи. Чего? А ну-ка быстро отдай. Do you have our keys? Do you have our keys? Do I have our keys? Do you have our keys? Do you have our keys? Он сглатывает have и are. Do you have our keys? Do you have our keys? У вас наши ключи, у тебя наши ключи. We would like two keys, please. Так, we would like two keys, please. Мы бы хотели два ключа, пожалуйста. We would like two keys, please. Yes, we need two beds. Так. Yes, we need two beds. Да, нам нужно две кровати. Да, нам нужны две кровати. We would like one room, but two beds. Так, we would like one room, but two beds. Мы бы хотели один номер, но две кровати, да? But two beds. We would like one room, but two beds. Но две кровати, да. Would you like breakfast in your room? Would you like breakfast in your room? Would you like новая... Would you like новая форма? Would you like? Ты бы хотел, не you would like, да? Обычно we would like, I would, а тут would you like. Would you like breakfast in your room? Would you like breakfast? In your room. Room. Это вопрос. Would you like? Вы бы хотели завтрак в ваш номер? Вы бы хотели завтрак в ваш номер? Вы бы хотели завтрак в ваш номер? These beds are old and ugly.
These beds are old and ugly. Ugly. These beds are old and ugly. Эти кровати старые и ужасные. These beds are old and ugly. Would you like two keys? Would you like two keys? Would you like two keys? Вы бы хотели два ключа? Would you like two keys? Excuse me, would you like two beds? Excuse me. Would you like two beds? Извините, вы бы хотели две кровати? Excuse me, would you like two beds? Это не мой ключ. This is not my key. This is not my key. This is not my key. Вы хотели бы один ключ или два ключа? Would you like? Would you like one key or two keys? Would you like one key or two keys? Would you like one key or two keys? Замечательно, без единой ошибки, просто великолепно. Супер! Идеальный урок. Обновление дня. Все. На пятом месте. Но это пока. Отлично. Я в Алмазной лиге, все замечательно. Уже третью неделю в Алмазной лиге. А на этом все. Всем спасибо. Всем до свидания.